Это снова мы на канале Zendance Studio. Продолжаем проходить сюжетную ветку и замечательной MMORPG Guild Wars 2. Недавно мы разоблачили Начальника стражи первым продажную делом. начальницу стражи, да. И переходим к следующему квесту. Да. Ну, он так близко находится. Отлично. Голос из Мне, кстати, очень прошлого. нравится этот внутренний дворик с подвешенными планетами. Ну Ты да. рассматривал их? Нет. А это стоит Может, посмотреть. даже вот так. Нет, так. Нет, не так. А, мы вот так делаем. Планеты медленно движутся под куполом. Оу. А я не обращал на это. Правда, вот Луна их мне не нравится. Луна? Это месяц. Ну, месяц, Луна, какая Кто же разница? такой укуренный на месяц? Ему только косяка не хватает. И растаманской музычки на фон. Ну, говорю же со своим... Я рассматриваю. Своей... А, вот на что. У Ладно, тебя важные дела. не отвлекаемся от прохождения. Оу-оу. Это ты прислал мне амулет? Что ты знаешь о моей семье? Прошу, я хочу знать. Да, это был я, и я кое-что о тебе знаю. И я подумал, тебя это заинтересует. Но я здесь не для разговоров. Я здесь, чтобы воссоединить тебя с твоими родителями. Воссоединить нас? Где? Почему только сейчас? О, не торопись. Я достаточно долго тебя искал. Я уверен, они тебе все объяснят. В аду! Мочи его! Я почему-то так и думал, что он будет нападать. Да. И все? Вон там еще ассасины. Где? Все местные граждане оказались у нас ассасинами. Да мы Нифига себе. посреди города ассасинов. Надеюсь, королева тоже не ассасин. Тоже не? Нет. Или тоже да? Нет. Не ассасин. Мародерство, мародерство, мародерство. Ну что, все что ли? О, стража прибежала. Вот только ее и Ой, ждали. это веки. Твари. Еще что ли? Что-то А очень может они так и будут идти и идти бесконечно? тихо. Ты Все может быть. Ура, у меня делик выполнился один. у меня нет. Совершить 40 убийств. Ну что-то их правда тут как-то много даже. Ну точек нет на карте, Я все. обратно, знаешь ли, на мой взгляд, ассасины, они всегда работали в одиночку. Почему зато целая армия ассасинов прется? А это ассасины и неудачники, наверное. Тогда их надо было просто головорезами или наемниками обозвать. Все, кончились? Нет, наконец. Нет, еще идут вон. Еще идут, и что Кто-то очень хочет от тебя избавиться. ты? Тебя ж герой Шиемура, че-то. А ты Да, не втапте. спас людей от шавермы. Ужасный шаверма. Несварение больше не мучает их. Больше не приходится им гадать, что за мясо использовалось в их бутербродах или там пирожках. О, вот тут какие-то сильные, слушай. Я за шаверму не ел. Объясни мне. Кого? Я шаверму ни разу не ел. Объясни мне, пожалуйста, что это такое. Я, между прочим, один бью элитного ассасина. А, ты тоже Я ну, тоже ладно. элитный. Ок. Шаверма это, знаешь, такой большой толстый. Типа гриля такой вертикальный. Я На ни разу не ел. шест, вернее, металлический, надевается. Смесь мяса, сало, там всяких такая хрень, типа свинятина, говядина, там все в перемешку. Это все Знаешь, когда это крутится, постоянно жарится и постоянно срезается кусочки с него. Заворачивается это мясо в лепешку и тут будет скриншот. И короче, это и есть все верно. Ладно. А тем временем эти убийцы кончились. Хорошо же ты разобрался с этими культистами. Пусть они узнают, что такое великая справедливость. Я дознаватель знания и сверкающих клинков, а это дознаватель Вахит. Мне это было в кайф. Ты сказал оккультисты? Белые манты, если быть точным.
Древние враги Кириты, их цель уничтожить защитников королевства и королеву. Но я думал, что это всего лишь детская сказка, времен такой-то бабушки. Откуда у них мой амулет? Почему они на меня напали? Как ты мог прочувствовать, они вполне реальны, и судя по твоему амулету, твоя семья была крайне лояльна королевству. Королевский знак отличия? Очень интересно. Подарен концом королевы Джены, я думаю. Мы направляемся в укрытие секты. Это охотничий домик в лесу Битлтуна. Это будет опасно, но ты по-любому попрешься за нами. Я думаю, я знаю, где этот домик. Я пойду за вами. И меня не парит, что вы об этом думаете. Я могу вам помочь, а заодно выбить все нужные мне ответы. В этот раз твой герой сам навязывается в рейд на логово бандитов. Вот не сидится же ему на месте. Скажи что-нибудь, или ты там... А я там выбирал награду. О, еще один делик выполнился. Да ё-моё, пошли по моему квесту, мужик. Я не знаю, за что он выполнился, но... А так себе, амулет. Точненько. Итак, мы еще на шаг. Мы на шаг приблизились к тайне моего рождения. Типа. Раскрытие тайны твоего рождения. Да, раскрытие тайны моего рождения. Я знаю, что меня родители убил Волан-де-Морт. Да, такой лысый, сморщенный, упорюшка. Без носа. Без носа. Ну а сама, как это, продолжение, смотрите в следующий раз. Оставайтесь с нами, подпишитесь, а также лайкните.